Представлять искусство юга Казахстана в Поднебесной поехали 15 артистов, среди которых оперные певцы, исполнители казахских национальных песен, эстрадники, а также танцевальный коллектив «Казна». В день мы проводили по два концерта днем и вечером, и на каждом концерте зрителей был полон зал. Наши соотечественники с восторгом принимали наших артистов. Было видно, что они сильно скучают по своим корням. Танцевальный коллектив «Казна» на эти гастроли повез 6 танцевальных композиций. Национальные казахские танцы китайские казахи восприняли вначале с удивлением, ведь многие элементы были заимствованы с танцев других народов. Наше хореографическое искусство нашего края, Южного Казахстана, вообще Казахстана, было встречено немножко по-другому, с большим интересом, потому что разница между как бы казахскими танцами, но вот как вы знаете, да, популярное произведение «Каражорга», которую танцуют наши земляки там, оно очень сильно отличается от «Каражорга», которое мы здесь сочиняем, и, конечно, вызвало большой интерес хореография, потому что это было видно по лицам, это было видно по лицам зрителей, по молодежи, по детям, которые с таким большим интересом смотрели на нашу программу, все концерты просматривали. Выступления наших соотечественников встретили с восторгом, и они выразили надежду, что в самое ближайшее время артисты вновь приедут в Китай с концертной программой. Алимхан Дусенгалиев, Амантай Увильбеков, Роман Примколов, информационная служба телекомпании «Утрар».